Да. Армала практически убили, совсем немного остается. Армал под ультимейтом живет. На развороте пытается добить Варлока. Варлока добивает. Еще один голем залетает. Как же их много. Пытается выкупается. Шейкер без байбека. Армал под ультимейтом. Оракл должен здесь выживать. Рывается Сетсу дальше. Нажимает хекс. Дает санитик лифт. Погибает. Хаус Найт без байбека. Армал на ОХП до конца. Погибает Лина. Лина с байбека. Идет Сетсу за ее. Ее в невидимости. Его пока не видит. Нет гема рядом. Куку пытается на базу улететь. Погоню от Флайбайт. Теперь имеется гем. Ее под замедлением. Много очень времени тратит на Оракл. Добивает его Оракл с байбеком. Горят потихонечку. Это 4 от големов. Жесть какая-то эти големы. Просто посмотрите, сколько урона они вносят по Т4. И они ведь еще иммунны к магии. Их просто нельзя убить. Фиссура не работает. Големы несут. Лане просто в соло стоит и бьет трон. И ничего не могут сделать ТНС. Несмотря на то, что они вроде как все живы. Големы продолжают бить. Трон на половину хп. Големы практически исчезли. Еще немножко остается в рейв. Сразу же хекс. Попытка быстро убить. Лина отходит назад. Убегает Шейкер на базу. Големы добивают трон. Осталось сделать буквально два удара. И Лане в соло.